Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Тема с тапалками на блокчейне Тон сейчас является как никогда актуальной. Конечно, некоторые ожидаемые проекты вроде Hamster Combat, ну или Pixelverse своими листингами немного подпортили впечатление от данного сектора. Ну и даже несмотря на это, ниша все равно имеет много перспективных, ну а также хайповых проектов. Как пример, тут можно привести Ники. Если описывать кратко, то основная фишка проекта Ники заключается в том, чтобы создать не просто одну тапалку и навариться на ней. Вместо этого команда развивает собственную free-to-play и play-to-earn экосистему на блокчейне Тон с глубокой интеграцией в мессенджер Telegram. Сейчас проект Ники находится на раннем этапе развития. Согласно дорожной карте с официального сайта, у Ники сейчас идет третья фаза. Команда запустила уже три игры в Телеграме, провела несколько благотворительных акций, заключила ряд перспективных партнерств и достигла суммарной аудитории в более чем 3,5 миллиона человек. Впереди еще оставшиеся пункты третьей фазы, а также фаза 4 и 5. Которые будут реализовываться до 2025 года. Команда в этом плане очень четко следует дорожной карте и всегда выполняет свои обещания перед сообществом. Но самое главное для нас, что несмотря на обилие продуктов и достижений, проект Ники все еще не запустил свой нативный токен. А это значит, что мы с вами сможем стать одними из первых инвесторов данного проекта, приобретя его токен при листинге по максимально выгодной цене, чтобы потом срубить иксовую прибыль на будущей волне роста. А шансы на рост у Ники довольно неплохие. У их токена будет крайне много утилити в рамках экосистемы Ники. Игроки смогут использовать токены Ники для совершения покупок в играх, торговли NFT и участия в турнирах. Сторонним разработчикам токены Ники пригодятся для запуска и продвижения своих GameFi проектов через экосистему Ники. Плюс всем пользователям будет доступен стейкинг токенов Ники. А самое главное, они будут использоваться еще и для благотворительности на помощь животным, что является одной из главных целей проекта. Как я и сказал, у Ники сейчас запущено уже 3 полноценных игры. Все доступны через Telegram-бота Ники и реализованы в формате Telegram Mini Apps. Такой подход является идеальным для масс адопшена, ведь не требует от пользователей ничего скачивать и регистрировать. Среди ассортимента игр Ники есть Ники Бум, занимающая топ-1 в рейтинге Tone Play, недавно запущенная Kiki Cat Blade, а также продвинутая тапалка Ники Coin, Tales of Telegram, которая имеет множество интересных механик, включая интеграцию NFT и дает возможность игрокам получать пассивный доход. Суммарная аудитория игр Ники, как я и говорил ранее, превышает 3,5 миллиона игроков. Ну а с выходом новых игр от внутренней команды Ники и партнеров это число будет только расти. И все эти пользователи являются потенциальными инвесторами токенов Ники. В данный же момент токены еще официально не торгуются на биржах. Команда даже не раскрыла пока подробности токен-экономики. Зато известна точная дата – 18 октября. Именно в этот день стартуют первые торги токенами Ники, что позволит нам приобрести токен по выгодной цене раньше всех. На старте у Ники заявлена маленькая капитализация. Это большой плюс, ведь в отличие от других молодых игровых токенов с раздутыми капами, Ники будет гораздо легче раскачать. Если сравнивать его с Докс, Катизин и другими топами с блокчейна Тон, то можно предположить, что цена Ники даст свыше 1000 иксов от своего стартового значения.
Тем более, что запуск у Ники будет максимально честным. Команда планирует реализовать концепцию FireLaunch с запуском на DEX, без инсайдеров и крупных держателей в лице фондов, что также является большим плюсом для Ники и его ранних инвесторов. Подробнее с проектом Ники вы сможете ознакомиться по ссылкам в описании к этому видео. Там же будет телеграм проекта, где вы сможете отслеживать новости о листинге. Однако, разумеется, помните, что мое видео – это не призыв к инвестициям. Вообще, любые вложения в криптовалюту – это всегда большой риск. Обязательно проводите собственное исследование. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!